Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня посмотрим такие два прекрасных волчка от компании Hasbro, Beyblebear, Switch, Speedstorm. Честно говоря, я не особо понимаю, почему все-таки два обозначения. То есть у Takaratomy как-то проще, типа Sparking, Gachi, а тут два. Видимо, Beyblebear Switch — это название линейки, а Speedstorm — это название драйверов новых. Вот немножко я так и не догнал для себя. Характеристики. Да, я говорю то, что Hasbro, видишь, я запутался в них. И, короче, вот такого спер мы уже видели у Дулахата. Вот в чем история. Но в этом, таком, знаешь, лилово-желтом выглядит просто потрясающе. Читаю ТТХ. Значит, у нас Spear Wild Track. Атака 6, Burst 2, Defense 6, Вес 7, Agility 3 и Stamina 5. Ребята, класс. Он у нас защитного типа, вращается вправо. И Regulus R6, он у нас вращается вправо, тип Stamina выносливый. И по характеристикам. Атака 4, Burst 2, Вес 8, Защита 4, Stamina 5. То есть набор обещает быть максимально интересным. Это класс. Вот, и... хотелось бы вам, на самом деле, с вами сегодня в ролике поделиться моей теорией касаемо Hasbro, и, к сожалению, она мне вчера не понравилась, когда я до нее дошел, и вам она тоже, к сожалению, не понравится. Но перед роликом, друзья мои, вы спросите меня, вы постоянно спрашиваете, когда будет турнир, где посражаться, где с тобой сфоткаться, где там, да, что, как, куда, когда. Друзья мои, не переживайте, сейчас все расскажу. А новый турнир-то уже не за горами, друзья мои, 22 февраля, в понедельник, в честь Дня Защитника Отечества. Ребятки, такой пропускать нельзя. От магазина paralleldevskay.ru ссылка на все будет в описании к этому ролику, там буду я, призы Takaratomy, ребят, в группу просто переходите, посмотрите, там реально полно информации, очень много всего интересного. Ребятки, ну конечно, побатлим со мной, ну это ж клево, пофоткаемся, посражаемся, там призы я там лично дарю, так что приходи, будет весело, ссылочка в описании к этому ролику. А теория моя заключается в том, друзья мои, к сожалению, вчера до меня доперло, что Hasbro остановилась в развитии, и оно перестало усилять волчки. Понимаете, вчера до меня доперло, что она, пихая Минобороса вообще из первого, которого даже не было в мультике, по-моему, или был Миноборос, вот не помню, по-моему, его не было вообще. Она его пихает на полном серьезе в пятый сезон и говорит, мол, вот, можете сражаться, понимаете? И вот в чем проблема Hasbro, вот какая мысль меня беспокоит уже несколько дней с момента покупки Джокера, до меня это дошло только что. Она это делала и в Слингшоке, пихала там к Трайденту, пихала Анубиана и так далее, и это грустно. Это грустно, потому что Takaratomy, мы вот сравнивали, да, 3 с 4, 4 с 5 и так далее, и в принципе они как бы плюс-минус хорошо сражаются, но... понятное дело, что в новом сезоне, да, ну там, если сравнивать четвертый с третьим, то в четвертом, у четвертого больше преимуществ, если, конечно, не берем Феникса и Геркулеса, то у четвертого преимуществ фишек больше, у пятого их еще больше, чем у четвертого, понимаете? Вот, то есть Takaratomy не ставит задачу играть одинаковыми волчками, и это прослеживается даже в том моменте, что вместо шасси здесь нету, и вот новые диски у Хайперина и Рактовора, у них, не у Хайперинов, у них у Сатанов, да, нет, Сатанов у него вроде есть шасси, ну, короче, вот у Хайперинов нету их модных новых дисков, понимаете, они как бы говорят, вы можете комбинировать, и можете спокойно драться первым с пятым, третьим с пятым, вот в чем проблема Hasbro, к сожалению, я прям расстроился, потому что ну, как бы, мне хочется все-таки получать новые волчки. Новые, крутые, прокачанные, чтобы их можно было крафтить и сражаться. А по факту мы с вами получаем, ну, вот, то, что получаем. Я повторяю еще раз, что вот, мы можем сражать абсолютно. Они нам говорят, первый с пятым, вот, пожалуйста. Смотрим, драйвер от Кёр Сатана. Я вот сейчас, Кёр Сатан где? Кёр Сатан, да, тоже был с металлом, абсолютно драйвера одинаковые, разве что синий перекрашен. Диск любопытный, довольно клево сделал. Этот диск мне очень нравится. Мне кажется, с ним можно клево делать сборки. Ну и, конечно же, Spear Wild Track. Spear Wild Track выглядит просто потрясающе. Мне он очень нравится и дико мне заходит. Вот такой у него QR-код. Давайте его соберем, потому что вот. И, к сожалению, друзья, собирается он, ну, кстати, ну, средний. Видели и посерьезнее, и полегче. Во. Поэтому, друзья мои, я... Слушай, а... Кстати, вот здесь, в этом конкретно сете, какие-то просто
осомные диски, и мне кажется, они новые от этих дисков, что-то я не припомню. Класс! Классно выглядят эти диски. Вот это респект. Вот это Hasbro прям респектулю отдаю. Вот. И понимаете, да, что Hasbro нам специально, намеренно упрощает волчки. Вот такой Shelter Regulus. Я не знаю, QR-код у него новый. Пожалуйста, посмотрите. И этот факт меня дико удручает. Потому что такого быть, ну, как бы хочется улучшенной версии. А получается, они говорят, вот, пожалуйста, Регулус, сражай вот с этим. Друзья мои, предлагаю приступить к мегабитвам. Давайте тестировать, ребятки. Что ж, у нас два вот таких прекрасных волчка. Один желтенький, другой не желтенький, скажем так. Проверим их в деле без соперников. Проверим, как на драйвере от Кёр Сатана данный персонаж справляется. Годится или не годится? Да вроде работает. Вроде работает, пока претензий нету. Давай дальше. Shelter Regulus, а вернее просто, я так полагаю, Regulus, потому что без шелтера. Потому что все-таки детали диск и драйвер не совсем те, что нужны. Да, волчки работают шикарно. И в этом, наверное, прикол Hasbro, что без соперников на хорошей арене они работают неплохо. Но, как только появляются дополнительные факторы, соперники, арены, плохие пускалки, кривые руки, сразу начинается чет не то. И вот здесь мы видим, как Shelter Regulus из второго сезона на полном серьезе бьется с пятым. Но сейчас он проиграл, такое бывает. Вот, но, тем не менее, молодец. Вообще, Shelter Regulus, на самом деле, это один из участников великой или лучшей, или супер пятерки. Но как-то, к сожалению, в мультике его, если, допустим, там же входили еще Фрида Лахоя, Луишер Сагиджи, этот Ксандер, кто-то еще. И вот, непосредственно про владельца Shelter Regulus, особо так... О, победил вот сейчас, да, он победил, красавчик. Особо какой-то супер информации нету, то есть, да, ну вот, вот участник лучшей пятерки. Все, до свидания, да, то есть, и после этого его слили. То есть, он вроде как, да, а потом... Вот, не знаю, с чем это было связано, почему поступили именно так. Да, мы видим, что Shelter Regulus у нас взрывается, но волчок, без сомнений, вообще клевый. Давайте дальше. Спер Дулахат против... А дай вот Рактоворчик у нас тут есть, под рукой попался, мне лежит красиво, ждет... Ждет момента, когда можно будет кого-нибудь выкинуть за пределы нашего ринга и вашего, и моего, естественно, понимания. Потому что почему бы и не выбросить кого-нибудь легендарному Рактовору? Мы, конечно же, проведем еще бой. One and one, Battle, and you winner, and the new WWE Championship match tonight is your American win, baby, you million people, is it tonight, and the WWE Championship. Обожаю я WWE, да, к сожалению, Дулахат не тянет против Рактовора. Ничего страшного, у нас есть еще Гелиус. Давайте сразим Гелиуса и... А, да, друзья, мне постоянно подписчики пытаются какую-то навязать историю с драйверами от братьев, от Хайперина и от Гелиуса. Чтобы я менял драйвера на новых из набора. Чтобы я менял, переставлял диски на старых не из набора. Чтобы я поставил диски от новых из набора вот на этих от Hasbro. О, ребята, зачем? Зачем вам это нужно? Я так делать не буду, не хочу, не просите мне это делать. Но это одно и то же, ну типа это, камон. Вот, да и в принципе-то весь мир Бейблейда это по сути одно и то же, но за исключением того, то что Shelter Regulus, второй сезон, владелец его Грязнулькин, я его называю, побеждает сегодня, а кто это, синенький у нас Супер Хайперион. Ну, сколько я полагаю, да? Или Кингелиус? Нет, Супер Хайперион, все правильно я говорю. А Гелиус, ты где, подожди, а Гелиус, вот. Слушай, они так похожи, сами морды вот эти рыцарские. Ладно, хорошо. Давай сразим еще, знаешь, против кого? Против, мне вот интересно, он же у нас, по сути, на высоком драйвере, поэтому на высоком драйвере у нас еще... Нет, подожди, нет, вот. Брейв Рактовор, они примерно из одной категории. По драйверам. Вот про что я и говорю, друзья мои, вот о чем я и говорю, что Hasbro делает так, чтобы мы могли смело сражаться волчками из старых сезонов,
Вот нравится вам Shelter Regulus, вот и деритесь им. Хотя, кстати, честно говоря, у меня есть, не честно говоря, а у меня есть Shelter Regulus классический от Hasbro, и, честно говоря, он круче этого. Он выглядит гораздо топовее и эпичнее. Если интересно, возможно, покажу в каком-нибудь следующем ролике вам этот мега-битва. Потому что, ну вот так. Друзья мои, только забудьте подписаться, ставьте лайк, нажимать на динь-динь-дон-динь-дон. С вами был Шпимил Шпимил Гамош. Огромное вам спасибо, что приходите, смотрите мои ролики. Это для нас сейчас очень важно. Пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайкосик, напишите какой-нибудь комментарий для поддержки канала. Потому что у вас это займет 2 секунды, а я стараюсь, трачу деньги, снимаю видео. Пожалуйста. Ваш... И плюс вам же, да? Понимаете, как в чем история? Если мой канал закроется, а такого не будет никогда, то что вы будете делать без меня? Вопрос хороший. Вот такой вот подписка, ставьте лайк, следующий, всем пока-пока.